Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы ловить много карася, нужно уметь грамотно выбрать место ловли. Ведь грамотно выбранное место – это 50% успешной рыбалки как минимум. Конечно, случаются дни, когда карась клюет как сумасшедший и вообще на любом месте водоема. Но, к сожалению, такие дни бывают очень редко. Максимум от 3 до 5 дней за лето. В остальные же дни приходится подбирать местечко для того, чтобы поймать хоть что-то. Опытный рыбак, придя на незнакомый водоем, сразу видит перспективные участки для ловли карася. Можно сказать, он уже чувствует, где карася больше территориально. Так где же искать карася в августе? Перспективными местами являются ямы на заиленном дне, заросшие водорослями, возле тростника или камыша, хорошо клюет возле деревьев или пеньков в воде, также стоит половить в окошках камыша или другой растительности. Отличный признак – наличие кувшинок. В таких местах всегда много рыбы, и можно даже словить линя. Если, конечно, он есть в водоеме. А на речных заливах выбирать место нужно на участке с более крутым берегом. Ловля карася в августе совсем немного отличается от рыбалок в другие летние месяцы. Сразу скажу, что в каждом регионе и на каждом водоеме она имеет свои отличия. Постепенно в августе температура воздуха и воды уменьшаются, ночи становятся более прохладными. Все эти факторы дают сигнал карасю начинать активное питание для накопления запасов жира для зимовки. Часто на многих водоемах при таких факторах карась отходит от берега и кормится на зимовальных ямах. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!